Число пострадавших в ДТП на территории Самарской области снизилось на 11%. Это данные за 5 месяцев текущего года по сравнению с тем же периодом 2014-го. Статистика прозвучала на сегодняшнем заседании областной межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения. Автоинспекция связывает снижение числа аварий с увеличением комплексов фото- и видеофиксации. Системы автоматизированной фиксации позволили в текущем году увеличить более чем в 2 раза количество выявляемых административных правонарушений. С 340 тысяч до 740 тысяч нарушений. И сумма наложенных штрафов также у нас увеличилась более чем в 2 раза, со 196 миллионов рублей до 430 миллионов. Сегодня в регионе работают 62 стационарных комплекса и 194 передвижных. После реконструкции Московского шоссе и Новосадовой камер станет больше. Также на заседании сегодня обсудили и ужесточение правил перевозки детских групп. Этот вопрос в летний период поручил взять на особый контроль зампред федерального правительства Игорь Шувалов. Вообще, как бы непонятно, что, чья машина, кто брал на работу водителя, доходит даже до такого. Поэтому вот рынок перевозок, он достаточно сегодня напряженный, и та гибель и вещи людей мы должны продумать, и этого ни в коем случае не допускать.